Журналисты Чувашии лучше всех в стране занимаются финансовым просвещением. Это стало известно в Москве на церемонии подведения итогов всероссийского конкурса. Члены жюри всероссийского конкурса уже в 5-й год подряд выбирают лучшие публикации о микрофинансовом рынке. В этот раз на суд членов жюри представили свыше 1500 материалов. В шорт-лист финалистов отобрали 56 работ. Авторов лучших статей и сюжетов пригласили в Москву. Мои коллеги, старший редактор Дмитрий Ковалев и режиссер Алена Лизунова были признаны победителем в номинации «Финансовое просвещение». Эксперты оценили цикл программ «Экономика в деталях». Авторы телепроекта рассказывают об историях успеха предпринимателей. Кроме того, моим коллегам вручили специальный приз от организаторов конкурса микрофинансового рынка. Для победителей провели и экскурсию по обычно закрытым залам Банка России. Здесь в фондах музея хранятся монеты античных времен, денежные знаки царской России и уникальные коллекционные экспонаты из чистого золота.